Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 6 мая 2024 года. На улице 20 градусов тепла. Иду посадить кукурузу, проросшую уже. Я вам показывала видео, где я ее сажаю на рассаду в двух ящичках с подпечения. Но, увы, у меня больше нету земли и нету ящичков. Поэтому вот столько много осталось, я ее высажу. Хотя сегодня будет минус 1-0 три дня подряд, не знаю. Но если погибнет, у меня еще есть семена. Просто хоть так погибнет она у меня, хоть так погибнет. Ну, я кукурузу еще буду замачивать, еще высаживать. А рассаду буду вот рассадой туда за яблоночку буду сажать, когда уже пройдут большие заморозки. Вот они у меня две грядочки. Я их уже подготовила, полила. Будет кукурузу. Эти вот три грядочки я все-таки решила оставить на капусту. А там грядочку я буду сажать у забора подсолнухи, а с краюшку горох. Ну что, приступаем к посадке. Так, как же мне их сажать? По одной, боюсь, не разделю. Вот такого приблизительно побросаю. Разделю на две, чтобы получилось у меня грядки. Без отравы. Отравы нет. Буду добавлять отраву потом. Так, все. Буду очень-очень густо сеять. Лучше потом можно будет разорвать и распикировать. Она очень хорошо приживается, кукурузка. Ну и так, мои дорогие друзья, все грядку. Жарко очень. Как-то было сначала прохладно, а сейчас стало очень-очень жарко. Ну, хватило, распределила я на две грядки. Конечно, есть много и плохой, какой-то погнивший. Ну ладно, пойдет. Пойдет. Аккуратненько буду присыпать, чтобы не поломать. Прихлопывать ничего я не буду. Боюсь, поломаю. Сегодня обещают у нас весь вечер дожди. Хотя я очень хорошо полила лунки. Даже отлично полила. И, конечно, они очень нежные такие росточки. Даже есть и ломаются. Поэтому я боюсь их. Ну вот две грядочки посадили. Посмотрим. Ну, я думаю, земля защитит от мороза. Передают минус один. А какое оно будет, не знаю. У меня просто выбора нету. Вот не знаю, оно изгнившее или живое. Если где-то что-то и погибнет, я отсажу рассадой. Где будет густо, как я делала в прошлом году, отсаживала. Только надо обильно всегда поливать каждый день. Обильно. Так, с этой стороны засыпали. Сейчас, наверное, сразу здесь засыпем. Вот здесь очень густо наклала. Потом будем... Потом мы будем все распределять. Как получилось. Где густо-пусто. Земля пересохшая, прям эти камни. Камни есть и разбиваются камни, а есть бесполезно. Не разобьешь их. А мошек, откуда они столько их набралось? Заедают. Не знаю, как будет вечером. Но вот сейчас 3 часа дня. Это просто невозможно, загрызли. А вечером, наверное, вообще будет невыносимо. Откуда столько их набралось? Не помню я, что в прошлом году столько мошек было. Я сильно камни никогда не разбиваю. Потом постепенно не при полке все это. Зато дышит земля, не закупорена сильно, плотно дышит. Видите, даже не разобьешь камни эти. Так, пойдем с той стороны. Что-то у меня как-то
Тут впереди бросила. Как зря. Боюсь не поломать. И густо. Где густо, где пусто. Где как получилось. Я в этом году уже не отступаю от края, чтобы там что-то сажать. Не хочу, надоело. Потом тягаешься по всему огороду. Таскаешь этот шланг, чтобы... Обычно я картошку сажала, с краю сажала, старалась горох посадить. Но в этом году такой ерундой не хочу заниматься. Тяжело тягать эти шланги. Загрызли. Булка, пошли домой. Не лазь. Ой, убегаю, убегаю, убегаю. Невозможно. Или перед дождем они так с ума сходят. Сейчас буду вся покусанная. Вся. Буду чесаться. Вот. Не передает, наверное, камера, как они тут летают. Ну, завтра, надеюсь, я эти вот три грядочки пропалю. Если дождик пройдет, я их быстро пропалю. И убирать даже ничего тут не буду. Пускай лопата, тяпка стоит. И клещи тут ползают, и муравьи, и чего только нету. Так. Так вот. Чего только нету. Ладно, все закрыла. Наконец-то все, вся искусана, вся истерзана. Убегаю. В этом году должна жимолость немножко быть. Попробуем. Заходите в гости, как всегда буду рада. До свидания, до новых встреч. Пока, с горем пополам посадила.